вам, братья и сестры. Слава Богу за это время, которое сегодня мы имеем. Я сегодня смотрю на молодежь, и я вспомнил себя, когда мне было 15 лет, и когда первый раз сел в молодежный хор, и мне казалось, все на меня смотрят, и я боялся голову поднять. Такое, ну, первый раз находился при церкви, мне было так как-то страшно первый раз. Так вот вспоминаешь свою жизнь, когда был мальчишкой, помню, в начальных классах, потом все это так быстро пролетело. Помню, когда уже 16 лет тебе исполнилось, когда первый раз день рождения свое отмечал. Знаете, а сейчас уже, наверное, знаете, один год, и когда уже себя будешь записывать в старики. Иногда проходит в нашей жизни такой момент, когда вдруг объявляют, что ты стал дедушкой. Но это такое необъяснимое чувство, когда ты стал дедушкой. Когда у твоего сына или у твоей дочери родилось особое дитя, мальчик или девочка, но ты с таким чувством приходишь смотреть его, берешь на руки, такое неописуемое чувство, когда ты держишь этого дитя. А теперь время прошло, на следующий год уже будет 60 лет. И когда ты уже должен записать себя в список стариков, знаете, тогда уже начинается совсем другая жизнь. В субботу я после работы всегда захожу к своим родителям и посещаю их. Они, конечно, очень рады этому, глаза их сияют, улыбаются, плачут. Иногда они забывают, что ты был совсем недавно, что ты так давно не был. Хотя каждую неделю приходишь к ним, общаешься с ними, молишься, разговариваешь с ними, и они каждый раз говорят такие слова. «Я не знаю, что со мной происходит. Нету силы. Куда деваются силы? Нету силы». Значит, вот это пришел возраст старости. Когда читаешь Екклезиаста, 12 глава, «И помни Создателя твоего в дни юности твоей». Я как-то проповедовал на это место, но там говорится еще другое продолжение этого стиха. «Доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». Приходят эти годы, когда, знаете, ты, может быть, не хочешь, а они придут, эти годы, когда не будет удовольствия, все кажется не так, куда это силы, что со мной делается? Знаете, мы приближаемся к этому рубежу, и нам нужно быть готовыми к этому рубежу, когда мы придем. Хотя смотришь сегодня в нашу церковь, она довольно молодая. Я не вижу здесь много стариков. Может быть, я называю стариков, может быть, вы считаете молодыми еще, Вадим Иванович, или брат, который передо мной проповедовал, вот Николай Васильевич тоже. Смотрите, у нас немного, вот несколько сестер, даже вот на одной руке, кто сегодня присутствует в доме молитвы, и ты невольно себя чувствуешь, что ты уже подходишь, ну, к высшей какой-то планке, знаете, к какой-то планке приближаешься. Дети выросли и пошли внуки. И знаете, они растут, и когда уже потом забывают отца и мать, и тогда человек остается один. Хорошо, если муж с женой, как-то они вместе, а бывает, кто-то уходит раньше, и вот это трудное наступает время одиночества, старости. Знаете, в Псалме 70, 9 стихом написаны такие слова – «Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня». Это мы поем Псалом 70, он такой знаменитый. «Не отвергни меня во время старости». Люди переживают, когда приходит это время. К этому нужно тоже готовиться, готовить себя. Старость,
наступает после зрелости периода жизни, который происходит постепенное ослабление деятельности нашего организма, когда уходят силы. Знаете, плод всей жизни обнаруживается в обогащенной жизненным опытом мудрости стариков. Сила уходит, а появляется опыт жизни, который ты прожил. И иногда, когда советуешь, разговариваешь с своими сыновьями или дочерьми, когда ты им давал советы, они отвергали, а потом говорили: «Папа, мама, то, что вы говорили, это то и постигло, то, что вы предупреждали. Откуда вы это знаете?» Они не понимают, что жизненный опыт, пройденный, он научил нас чему-то. Как и написано в Псалом 36, 25 стихом, там написаны такие слова: «Я был молод и состарился». Смотрите, вот этот период жизни от молодости до старости. И он говорит, заметив для себя, что я не видел праведника оставленным и потомком его просящим хлеба. Знаете, каждый этап жизни, он оставляет свой след. И мудрые люди замечают, что действительно оставляет вот этот жизненный опыт. Когда ты становишься уже стариком, ты прожил, и у тебя есть опыт, и ты можешь предсказать. Вот поэтому мудрость говорит: по действиям молодого человека можно сказать, кем он будет и что с ним может произойти. «Я был молод и состарился». Знаете, иногда, когда вроде человек набрался жизненного опыта, хотел бы передать, а только иногда молодые люди, они не хотят уже слушать такой опыт. Знаете, они только учатся на своих ошибках, а это на своих ошибках очень тяжело, когда это все постигает тебя. Это в третьей книге «Царств» написано в 12 главе. Это был такой случай в жизни одного молодого человека-царя, который после своего отца стал на царство. Это, как вы поняли, что это был Роваам. 12 глава 6 по 8 стихи там описывается, что произошло. Царь Роваам советовался со старцами, которые предстояли пред Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил: «Как посоветуете мне отвечать всему народу?» Молодой царь стал. А эти люди, которые уже прожили опыт, они были советниками и для его отца, и он посоветоваться решил с ними. И, конечно, они научили ему, они говорили ему и сказали: «Если ты на сей день будешь слугой народу всему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». На все дни. Знаете, это говорили старцы. Я иногда вспоминаю, когда родители рассказывают, когда они молодые только уверовали, и церковь небольшая была, много было старцев, они говорят, седоволосые, измученные жизнью, многие из них, говорит, сидели в тюрьме, но у них была вот эта мудрость. И этот человек молодой обратился к этим старцам, они научили его, только он решил еще посоветоваться с теми, с которыми он вырос. Вместе они радовались, шалили, но они ему посоветовали другое. И когда он избрал, то совет молодых людей, которые не умели жизненного опыта, то к чему привело? Царство разделилось. Одно было государство, самое могущее в том время и в том месте, и вдруг оно разделилось. Смотрите, не послушали совета мудрых людей, старцев, и привело к такому последствию. Также есть такой еще один пример, это во второй книге Паралипоменон, 24 глава, 17 стихом, написано: «После Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю, тогда царь стал слушаться их». Иодай – это был священник. Знаете, он прожил жизнь 130 лет, он прожил, знаете, в глубокой старости, но он любил Бога. Он учил молодого человека страху Божьему. И когда
он уже прожил свою жизнь и отошел к Богу, народ почтил его. Они даже похоронили этого старца в гробницах царей, как царя похоронили его. И он учил этого молодого царя. Но когда он умер, этот человек стал слушаться князей. И знаете, вот эти советы, которые они давали, они привели к концу его царства. Он погиб, потому что не было того совета, который бы, как совета старца, имеющего страх Божий. И это не единичный случай. Есть другие еще места. Озия был, который тоже Захария его наставлял. Было благословение, когда они давали эти советы. Но сейчас как-то не слушают вот этих мудрых советов пожилых, имеющих опыт жизненный. Поэтому иногда вот в Слове Божьем находим, что Господь старцев лишает разума. Есть тоже такое место в Слове Божьем. Но иногда и молодые люди, они бывают тоже очень мудрыми. Помните, когда три друга пришли посетить Иова, и там были среди этих друзей даже такой человек, который превышал отца Иова, написано, и Елеуй. Он был самым молодым, и когда они говорили, он молчал. Он знал, как нужно вести себя в присутствии стариков. Он молчал. И только тогда, когда они все замолкли, нечем было им отвечать, тогда этот молодой человек начал говорить: «Елеуй, я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся объявить вам мое мнение. Я говорил сам себе, пусть говорят дни, и многолетие получает мудрости». Но дальше написано 8 стихом. «Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение». Дух Божий дает разумение. Особенно написано, боящимся его дает вот это разумение. И вообще вот в Библии написано, даже, может быть, и не такой, как сказать, старец, но иногда как человек, который слушает закон Божий, вот закон Божий, он умудряет, написано, простых. Когда человек любит этот закон, когда он вникает в этот закон, вот сам того не сознает, закон Божий оставляет след в его сердце. И этот человек становится, знаете, мудрее, когда Бог защищает его от различных ошибок. 118 Псалом, 19 стихом и 100 стихом написано так: «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо, размышляя об откровении твоих, я сведущ более старцев, ибо повеление твои храню». Вот это повеление Божие, оно дает мудрости, чем многим старцам, даже которые, может быть, прожили очень много лет. Вот этот закон, он оставляет след и дает мудрость для таковых людей. Слово Божие также говорит, что когда наши родители, они достигли вот этого старческого возраста. Сегодня, позавчера мои родители отметили уже 68-ю годовщину совместной жизни. 68 лет, как это много прожили. Я столько не прожил всю мою жизнь, а они прожили вместе. Как-то Господь сохранил их в жизни, дает необходимое здоровье. Мы никогда не думали, что доживем до такой старости глубокой. 92-91 год. Уже 93 будет маме в этом году, папе 92. Знаете, Слово Божие говорит, чтобы мы почитали своих родителей. Не забывали их, посещали их, особенно тогда, когда наступила вот эта пора старости, когда ослабевают силы, когда чувствуют немощь, кажется им, что они забыты, иногда уходит память. Вот в это время нужно поддерживать их, укреплять, посещать. И не только наших родителей, но и тех, кто находится в нашей церкви. Еще одна истина – у наших стариков есть особое украшение. Украшение – это, знаете, не
глаза красить или там еще какие-то краски. У них особое есть украшение. Вот Самуил говорит, когда он состарился, он говорит, я состарился и поседел. Он жил среди своего народа. Он был молодым, как его Господь призвал на служение. Какое-то трепетное начало его жизни. И он теперь состарился, седой старец, красивый. Я думаю, что вот эта седина его, она так украшала. Его жизнь, которую прожил он, наставленный вот этим законом Божьим, пред им все благоговели и боялись, а тогда он проходил. Состарился, седина ему давала вот эту почет и украшение. И когда мы читаем это Иова, друзья, написано, «Седовласый и старит есть между нами, пресыщающий дня отца твоего». Иов был такие друзья, знаете, и молодые, и совсем старые, даже выше отца его. Иногда, может быть, нам не так легко общаться со старшими нашими братьями, которые старше нас на 15 лет, но как-то чувствуешь себя не так, как бы, ну, не свой друг. Но это наши братья, они имеют опыт. И вот у Иова были такие друзья. Мы прочитали Псалом 70, 18 стих. «И до старости, и до седины не оставляй меня». Когда придет вот эта старость, дряхлость, немощь, нет силы, он молится, не оставляй меня. Мы поем эту песню, я ее очень люблю, вот этот псалом, что вот эти обетования, молитва, чтобы не оставлять, чтобы Бог его не оставлял, когда приходит время, как и у Давида, он всего прожил 70 лет, а уже, знаете, его накрывали одеялами, ему было холодно. Жизнь, смотрите, меняет нас. 70 лет, он 70 лет умер, его сын Соломон умер. Венец славы – седина. Вот оно украшение стариков. Седина, которая находится на пути правды. И пред этим человеком невольно хочется, как сказать, шляпу, поклониться такому человеку, которого седина, его жизнь прошла. Венец славы – седина, находится на пути правды. Какое-то, ну, благословение, когда мы имеем в нашей церкви таких людей. Слава юношей – сила их, а украшение стариков – седина. Красота это. Это украшение естественное. Это как венец для наших стариков. И Павел учил к посланию к Тимофею, как нужно относиться к отцам или к высшим себя, потому что он был молодой служитель. И мы читаем 5 глава 1 Тимофея 1 стихом. «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, стариц, как матерей». Потому что они являются примером для нас. Мне как-то сын мой сказал, когда в прошлом году у нас первый раз было общение отцы и сыновья, меня тогда не было, я не смог, потому что я работал. И в этом году у нас тоже опять не получилось. Сын говорит, папа, а я бы хотел с тобой пойти на такое общение. Хорошо, когда сыновья ценят своих родителей. Это очень хорошо. Как-то на этой неделе зашел Виталик после работы, заскочил. Ну, поговорили, как что. Просто захотел, я уже лег спать, потому что мне нужно вставать 4:30, и он когда пришел, Оля говорит, Виталий хочет с тобой поговорить. Ну и встал, посидели, поговорили о том, о сём, а потом, пап, ну когда уже прощаться, помолись, пожалуйста. Знаете, вот все оставляет след в нашей жизни. То, что мы говорим, то, что мы делаем, это оставляет след. Придет время, взойдет вот эти семена и в их сердцах. В Тита 2 глава 2 стихом написано, чтобы старцы были степенны, бдительны, степенны, целомудренными, здравы в вере, в любви и в терпении, целомудренны. Знаете, кто свою жизнь не имел целомудрия в молодости, а не в старости, знаете, у них совсем другие мысли. Дочь как-то, когда работала среди в этом старческом доме,
она ухаживала за ними. И многие, кто работает, что у тех развращенный ум, даже в старости, кто не сохранил себя вот в целомудрии, знаете, нет вот этого целомудрия у них. У них совсем другие речи, совсем размышляют совсем о другом. Вот говорится, чтобы они были целомудренными, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы наша старость украшалась вот этими чудными плодами, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы. Это учит сегодня Слово Божье нас. Не порабощались пьянству, учили добру. Вот чему мы должны быть готовы, братья и сестры, учить добру, учить наставлять. Дальше, вот смотрите, еще до 4 стихом написано, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей. Вот как вот для пожилого, когда мы состаримся, вот иметь вот такие наставления. Если мы их почерпнули в Слове Божьем, мы можем учить других, учить жен, учить мужей, может, своих детей, чтобы они хранили свои семьи. Иногда некоторые учат, да ты оставь, он такой и сякой, и сякой. Знаете, мудрый человек, он никогда не скажет этого. Написано, чтобы любить мужей, учили любить мужей, любить детей учили, вразумляли молодых. Как это важно, братья и сестры, чтобы... Написано дальше в этом 70-м псалме, 18 стихом. «И до старости и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Твоего». В старости всегда особое благословение тогда, когда у тебя есть потомство. Знаете, многочисленное потомство написано до третьего и до четвертого поколения. Знаете, когда читаешь вот Иов, написано в 42 главе, после того, что произошло с ним, помните, что его все дети погибли, а после у него... Написано, другие дети были, и он прожил еще 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сынов их до четвертого рода. Знаете, вот сегодня мы сидим в собрании, ну, если начнем перечислять, у меня только, ну, дочь и внуки, второй род, у кого-то есть третий род, а у кого-то скоро будет четвертый род появляться. Знаете, это особое благословение, когда Бог благословляет наше потомство. Это особое благословение. Венец стариков, притчи 17 глава, 6 стихом написано. Венец стариков, сыновья сыновей, и слава детей родителей их. Это венец для стариков. И особенно, когда замечаешь, когда вот приходят посещать стариков, вот внуки, правнуки, как они радуются этому. Они радуются, как дети, знаете, когда их посещают вот маленькие дети, когда они им споют, когда им что-то расскажут. Да и то благословение, когда они здесь рассказывают, как-то это, ну, все равно умиляет наши сердца. Псалом 126, 3 стихом написано, «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами своими, врагами в воротах». Вот особое благословение, когда Господь посылает
нашим детям, внуков, правнуков, это особое благословение. Это благословение. И следующий псалом, он тоже говорит с 1 стиха по 4 стих. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его, ты будешь есть от трудов твоих. Блажен ты и благо тебе, жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей», то есть за столом твоим. Так благословится человек, боящийся Господа. Когда действительно боящимся Бога, Бог посылает все, и доброго мужа, и добрую жену, и детей, и благословение в этом. Так написано, благословится всякий боящийся человек Господа. Еще в 1 Тимофея написано, 5 глава, 4 стихом, о чем должны в старости мы, чем должны заниматься. «Если какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо это благоугодно Богу». Вот чему должны мы учить. Знаете, почитать своих родителей, маму, папу, знаете, любить братишек, сестренок, любить церковь. Вот этому мы должны учить молодое поколение, этим должны заниматься, об этом мы должны молиться. Потому что написано, «Если же кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Это тоже Тимофея, 5 глава, 8 стихом написано. Нужно заботиться о них. Я просто обратил внимание, ну, у меня еще совсем же, ну, внуки 5, скоро будет 7, они совсем маленькие, но пройдет совсем немного времени, когда они вырастут. И знаете, тогда уже вот сейчас нужно молиться, чтобы потом за сердце не хвататься, просить вот этой охраны, чтобы вот эти воды не увлекли их. Молиться сейчас нужно. Я знаю, что некоторые специально собирают своих вот внуков и занимаются с ними. Иногда, может быть, у папы с мамой не так достаточно времени, и когда занимаются дедушки, бабушки, то это особое благословение, братья и сестры, особое благословение. Еще один отрицательный момент я хотел вместе с вами посмотреть. Когда старый человек нередко утрачивает способность принимать решения и какие-то действия. Так было, вот как мы сегодня слышали, по отношению с Илием, по отношению к своим сыновьям. Знаете, этот человек достиг глубокой старости, но он не смог научить своих детей страху Господнему. Не хватило вот этой в старости ему вот этой силы, чтобы останавливать их. Он останавливал, но написано, но они не слушали его. А Илий был весьма стар и слышал все, как поступают его сыновья. Ему было 98 лет. Утрачивается вот эта бдительность. Хотя он говорил, написано, но когда слушаем то, что сказал пророк, это видно, что он упустил многое в этой жизни. Старый человек утрачивает способность принимать решения и принимать какие-то действия. Не всегда так получалось в жизни и у таких людей, как у Давида. Смотрите, третья книга Царств, 1 глава, 5 стихом, здесь написано, «Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил, я буду царем». Знаете, а Господь уже сказал, кто будет царем Давиду. А он говорит, что я буду царем. Завел себе колесницы, и всадников и прочее. И 6 стихом читаем. Отец же никогда не стеснял его вопросами. Для чего ты это делаешь? Написано, что он говорил, что я буду царем, и даже он пригласил всех своих братьев, что действительно он уже царь, пиршество сделал. Знаете, а отец, написано, что не стеснял его вопросами. Знаете, если бы это могло затянуться, могли бы произойти плачевные последствия.
Я бы уверен, что он бы убил Соломона, этот Адония. Для чего ты это делаешь? Он же был очень красив и родился ему после Авессалома. Знаете, отец не останавливал его. И поэтому вот эта его гордость, что он уже как стал царем, оно привело его к погибели. И когда Соломон его даже простил, он не остановился на этом, и поэтому Соломон его написано, что умертвил. И с самим Соломоном что произошло? Знаете, какое начало, какое благословение в молодости, когда он стал царем, когда Господь ему являлся, когда ему говорил, какие благословения в его жизни, но когда пришла старость пришла, что произошло? Третья книга Царств, 11 глава, 4 стиха и ниже, я буду выбирать выборочно. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его. И перечисляется, он стал служить всем этим божествам. В чем причина? Неужели он так быстро забил Господа? Старый человек нередко утрачивает вот эту способность принимать какие-то решения. Вот это уходит бдительность. И знаете, то, что он имел столько жен, они развратили его сердце. Они его отвлекли от Господа. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его, начал строить вот эти божества своим женам. Смотрите, это был самый мудрый человек, а в старости он все это потерял. Самый мудрый человек и кем стал? И поэтому написано Екклезиаста 4 глава 13 стихом, его же эта книга: «Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы». Он стал неразумным, потому что забыл Господа. Можно было еще много перечислять, но я хотел просто на этом остановиться. Пусть Господь поможет нам готовиться к этому времени, когда мы станем сами стариками, чтобы не были такими, которым мы несем своей жизнью, не несем благословения. Как хотелось, вот мне всегда нравится 91-й псалом, где говорится о праведнике, что насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, они и в старости. Когда приходит вот эта старость, и плодовиты, и сочны, и свежи. Одному человеку, он тоже был служителем, ему уже больше 93 года, может быть, даже 95, но он по сегодняшний день проповедует и говорит такие мысли, которые зажигают сердца и молодых. То есть вот это насажденные в доме Господнем от юности, они цветут во дворах Бога нашего, они и в старости, плодовиты, сочные, свежи. Поэтому да поможет нам Господь быть и готовиться к этому моменту, чтобы мы могли в старости быть и плодовитыми, и сочными, и благоуханием для нашего Господа. На этом я хочу закончить, потому что время наше вышло. Господу нашему да будет честь и слава. Аминь. Помолимся.